До начала лета 1,5 месяца. Самое время начинать приводить пляжи в порядок. Тем более, что в теплые дни у моря уже есть желающие позагорать. На Ривьере, например, рабочие уже обновляют пляжную мебель, красят аэрарии. На пляж зашла и тяжелая техника. После зимы прибрежную полосу подсыпают и равняют. Ранее пляж тщательно очистили от мусора. Эти кучи из веток и деревьев – следы прошедших штормов. После шторма вот вся вот эта куча, то, что лежит, собирается механически, вручную, работниками пляжа. Заказываем бункер и вывозится. Уже этим летом на всех пляжах Сочи будет организован раздельный сбор мусора. Об этом арендаторам территории сообщили на большом совещании в администрации города. Для этого есть определенные предприниматели, которые готовы на себя взять бремя сбора там отдельных видов, отходов. Там это отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно металл. И вот эти все предприниматели сегодня также будут представлены на этом совещании, и все пользователи пляжа, арендаторы могут с ними здесь же уже заключить определенные договора. Это касается и муниципальных, и ведомственных пляжей. Всего их в городе 194. Кстати, 4 из них – это новые территории для отдыха у моря. И абсолютно все до 15 мая должны предоставить в мэрию паспорта готовности. Это касается и благоустройства, и безопасности. Глава Сочи еще раз напомнил, за ее обеспечение руководители пляжа несут персональную ответственность. Кто-то утонет, пощады не будет. И будут приняты беспрецедентные меры. Прокуратура и следственные органы провели проверку, выявили, что отсутствовал в этот момент спасатель. Либо спасатель не был обучен, либо еще что-то. И за это будет нести уголовную ответственность. Тем более есть причина – гибель человека. Серьезную подготовку матросов-спасателей нужно начинать уже сегодня. И ни в коем случае не относиться к этой важнейшей работе формально. Все пляжи должны быть оборудованы от и до. Затем, как у моря исполняются все требования по благоустройству и безопасности, будут ежедневно следить специально организованные патрульные группы. Ну а 18 апреля в Сочи назначены масштабные учения по спасению на воде. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.